Итак, тема очень больная. Проблема, является ли Россия империалистической державой, требует достаточно разностороннего анализа, поскольку здесь пересекается очень много вопросов и экономических, и политических, и внешнеполитических, и вопросов идеологии, ну и просто любви к Родине. Что тоже немаловажно и, на мой взгляд, сбрасываться со счетов не должно, хотя иногда мешает строгому научному анализу. Патриотизму в таком хорошем смысле слова, он может помогать, может иногда и немножко застилать глаза, когда надо говорить критично о стране, которую ты любишь. Вот это первая посылка. Значит, вторая посылка. Что такое империализм? Я постараюсь не слишком увлекаться профессорскими экзерсисами, но все-таки несколько слов об этом хотел бы сказать. Принято считать империализмом любую агрессивную политику, направленную на силовое подавление третьих стран со стороны более сильных в экономическом, политическом и всех остальных отношениях государств. Обычно империя предполагает наличие колоний или какие-то формы, напоминающие колониализм. Это такое политико-идеологическое определение империализма. В этом случае предполагается, что обязательно присутствует извлечение ренты, империалистической ренты, то есть страной, которая осуществляет это насилие. Аналог феодальной ренты. Феодал подавляет лично зависимого крестьянина и присваивает ренту. Вот здесь нечто похожее происходит в масштабах мировых отношений между государствами или полугосударствами, поскольку колония в точном смысле слова государством не является. Есть более строгое определение империализма, связанное с работами Гильфердинга. На мой взгляд, очень сильной, хотя и короткой, и публицистичной работой Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», где показано, что империализм предполагает наличие крупных капиталов, превращающихся в монополии, то есть субъекты регулирования рынка в локальных масштабах, сращивание промышленного капитала с финансовым, вывоз капитала и преимущественно экономическое подчинение стран, которые потом, вслед за Лениным, ну не ссылаясь на Ленина, Вильгельмштейн и компания назвали периферией. Между периферией и центром, ядром иногда, находится, соответственно, полуостров. На мой взгляд, этот империализм конца 19-го, начала 20 века, породивший Первую мировую войну и много других страшных действительно последствий, сегодня прошел своего рода диалектику отрицания. Отрицание воспроизводится вновь. Отрицанием стал период 20-го, середины, скажем так, катаклизмов середины 20 века. В результате чего образовались, с одной стороны, фашизм, с другой стороны, реальный социализм, в кавычках, да, я сейчас не хочу дискутировать, что это такое. С третьей стороны, социал-демократические модели стран Западной Европы. При этом периферия осталась, прошла серия колониальных революций, которые очень жестоко подавили страны центра, но в ряде случаев они смогли победить, и в конечном итоге, по определенным причинам, эта система была разрушена. В результате в 70-е годы восторжествовала реформистская модель позднего капитализма в центре, ну и началось догоняющее развитие в ряде стран периферии. Вот это было отрицание империализма начала 20 века. В странах центра богатые стали платить 50% подоходный налог, образование даже высшее превратилось преимущественно в бесплатное, здравоохранение то же самое, возникли сильные профсоюзы, ну и много чего другого изменилось. Да? Плюс часть стран третьего мира выбрала якобы социалистическую ориентацию с элементами, действительно социалистическими элементами, просто реставрационно-феодальной или там национально-феодальной. И вот такая вот антиимпериалистическая линия присутствовала довольно ярко выражена. Конец 20-го, начало 21-го века – это новая волна неолиберальной глобализации, которая, по сути, стала формой создания протоимперии. Одна из классических протоимперий, главная, наверное, это Соединенные Штаты Америки. Вопрос, каков механизм империализма здесь? Значит, он предполагает сегодня, во-первых, сохранение тех же черт. То есть в основе лежат крупные транснациональные корпорации, в которых сращен промышленный и финансовый капитал, но добавлено нечто новое. Значит, эти корпорации осуществляют в рамках якобы свободного рынка, очень важный компонент, механизмы экономического, политического, идеологического, информационного манипулирования.
То есть это сознательное регулирование, манипулятивное регулирование определенных сфер экономики, политики, общественной жизни. Это касается всего, начиная от макдональдизации и заканчивая финансовым подчинением, вплоть до асфальтирования государства. Асфальтирование – это такие финансовые реформы, когда страна оказывается с полным разрушением финансовой системы и его подчинением долларовой. Это новое явление номер один. Новое явление номер два. Складывается формально эквивалентный обмен с достаточно четким разделением. Центр, империалистическая держава, обладает технологиями и качеством труда, который на порядок по производительности превышает и по основным параметрам труд в странах периферии. Ну, очень условно. Я еще говорю, формально. Формально, то есть по законам того рынка, который они же и организовали. Один час труда среднего класса, представителя среднего класса в США или в Западной Европе стоит в десятки раз больше, чем один час труда промышленного рабочего в Китае, примерно в России. Сейчас Китай чуть получше стало, в Индии, в Турции и так далее. Хотя страны полупериферии. Если уйти на периферию, там будет гораздо хуже. Центральная Африка, часть Латинской Америки, часть Китая. Китай очень просто. Это очень важная черта, да? То есть формально свободные рыночные отношения при монополизации высоких технологий и всего, что с этим связано, плюс манипулятивного воздействия. Третий механизм – это политико-идеологическое подчинение, которое осуществляется, как правило, через международные институты. Эти международные институты обладают ролью мирового полицейского. То есть они контролируют соблюдение контрактов, чтобы не воровали в сделках или воровали по их правилам, скажем так. Чтобы не нарушали права собственности, то есть не приватизировали, не национализировали без их разрешения и так, как им не нравится. И третье, чтобы при этом соблюдался мир в их понимании, то есть чтобы не убивали тех, кто с их точки зрения не должен быть убит. Вот этот мировой полицейский – это сегодня НАТО. Значит, дальше встает вопрос. Первый. По этим параметрам является ли Россия империалистической державой? Ответ противоречив. По отношению к некоторым третьим странам отчасти – да. Вот в текстах, которые висят в интернете, которые я привожу, приводятся данные. Скажем, по отношению к Украине. Российские олигархи немножко сильнее украинских олигархов были накануне всех этих событий. Сейчас в результате внутренних противоречий на Украине украинские олигархи, за исключением правящей элиты, стали слабее российских. Но в условиях нарастающего экономического кризиса и декапитализации российские опять начинают отступать. То есть, если сравнивать империалистические интенции Порошенко и компании, империалистические интенции наших деятелей на Украине, они различаются в 1,3 раза, в 1,2 раза, в 1,5 раза, в зависимости от ситуации. Такого, чтобы это было различие в десятки раз, нет. Различий в производительности труда практически нет. Манипулятивное воздействие, которое осуществляет Россия на Украину, наверное, не слишком велико. Если говорить о странах Средней и Центральной Азии, по отношению к Казахстану, скорее Казахстан в некоторой части в этих регионах давит на Россию сильнее, чем Россия на Казахстан. Не потому что Россия слабее, а потому что интересы особо нет давить. Что касается Центральной Азии как таковой, там очень слабо проявляется воздействие России как имперской державы. Значит, что касается насилия. Единственный пример, который действительно красиво показывает, что Россия империалистическая держава, это пример, связанный с российскими войсками в Донбассе, которые оккупировали часть Украины, если говорить языком Украины и Запада. Да? Или добровольцами из России, которые помогают вооруженным силам, образовавшимся на базе мобилизация частично энтузиазма людей Донбасса, если говорить на языке Донбасса. Вот этот вопрос очень интересный, мы его 100 раз обсуждали. Значит, я бы здесь поставил просто вопросительный знак, его не комментировал, поскольку одного этого примера недостаточно для того, чтобы считать Россию империалистической державой. Даже если этот случай действительно есть империалистическая Россия. Маловато для державы. Да? Значит, еще один пример и вопрос. Это участие России в операции в Сирии. Вот
пожалуй, единственный тоже случай, когда мы влезли куда-то на международную арену. Можно ли это считать какой-то империалистической агрессией, и есть ли для этого достаточно оснований? Я сейчас на этот вопрос отвечу, у меня время через 4 минуты закончится. Но сначала отвечу в другую сторону. Значит, можно считать, что при этом Россия, как полупериферийная страна, является и объектом империалистического воздействия. То есть мы находимся в половинчатом положении. Мы пытаемся где-то проявлять свои державные амбиции, но при этом находимся под очень сильным давлением со стороны империалистических держав. Ну, первое. На территории России действуют правила рынка, которые созданы, вообще говоря, в рамках позднего капитализма. Никакой альтернативы здесь у нас нет. В этих условиях крупные корпорации, транснациональные корпорации России, регулярно вывозящие капитал, кстати, не на периферию, в этом смысле вот этот признак Ленина уже уходит в прошлое, вывозящие капитал в страны центра или в офшорные зоны, контролируемые странами центра, и реальные работающие на воспроизводство капитала стран центра. То есть это, вообще говоря, паразитически подчиненные. Это наши транснациональные. В России работает огромное количество зарубежных транснациональных корпораций, которые реально довольно сильно на них воздействуют на экономику. Значит, противодействует этому ручное управление и немножко военно-промышленный комплекс, плюс отчасти сырьевой сектор. В зависимости от валюты, вот то, что я говорил, финансовый аспект империализма, налицо. Посмотрите, вся Россия, вплоть до деревни Гадюкина, где всегда идут дожди, уставлена обменными пунктами. И главная новость на любом радио каждые 15 минут – это курс доллара и евро. Почему? Потому что от этого зависит все. Пенсия, зарплата бюджетников, инфляция, цены и так далее. Да? В этом смысле мы полуколония. Это правда. Значит, что касается Сирии. Здесь встает один, на мой взгляд, очень важный вопрос. Россия с Крымом и Сирией проявила себя в качестве субъекта, который не следует тем правилам, которые установлены международным сообществом, представленным НАТО и соответствующими крупнейшими странами. В этом отношении встает интересный вопрос. Что лучше, иметь одного мирового полицейского, который действует по своим правилам, значит, или иметь еще какую-то команду, которая этому противодействует? Значит, вопрос в данном случае и играет не по этим правилам. Дальше встает два новых вопроса. Значит, если мы считаем, что мировой один полицейский лучше, то есть мы говорим, ребята, до тех пор, пока не будет мировой революции или мировой реформы, пусть будет НАТО, и не надо ему ни в коем случае мешать. То есть ни одно государство не должно мешать НАТО. До тех пор, пока не будет мировой революции или мировой реформы. Первый вариант. Второй вариант. Мешать НАТО можно, но только по тем правилам, которые соответствуют интересам большинства граждан. Чего? Значит, большинства граждан России. Один ответ. Большинства граждан мира. Очень странный ответ, да? И третий вариант ответа. Большинства граждан той территории, где осуществляется вмешательство. Вопрос довольно приземленный. Большинства граждан Сирии, большинства граждан Крыма, большинства граждан, я не знаю, Бангладеш или страны Гвандо. Да. Вот, на мой взгляд, третий вариант, он правильный. Дальше встает очень интересный вопрос, насколько Россия реализует интересы граждан Крыма, Сирии, ну и пока все. Тоже больше нигде ничего нет. Значит, обсуждать вопрос Сирии и Украины я сегодня не хочу. Я вам честно скажу. Потому что, вы скажете, без этого бессмысленно, скажу, нет. Потому что дальше встает принцип. Считаем ли мы, что Россия не действует в интересах граждан Крыма и не действует в интересах граждан Сирии? Я отвечу так. В значительной степени нет, но по большинству да. То есть при всех минусах российского капитализма это позитивно. Основа это для того, чтобы считать это империалистической державой? Отчасти да, потому что это было сделано силой. И другого ответа, такого сложного, половинчатого и неопределенного, дать нельзя, поскольку Россия страна полупериферийная и находится вот в этом положении. В целом, дальше надо занимать определенную позицию. То есть после всех этих противоречий говорить, поддерживаешь внешнюю политику или не поддерживаешь. При всех минусах. Примерно так же, как с внешней политикой, кто там был, Александр какой-то, или кто там, который Балканские войны проводил.
Да. Поддерживаешь или не поддерживаешь? Точно так же, как в условиях Первой мировой войны. Точно так же, как в условиях какой-то другой. Или когда какой-нибудь шах боролся с НАТО, будучи феодалом, который режет на площади людей, не задумываясь. Но он выступал против Великобритании, которая людей на площади не режет, все демократично, есть суд, парламент и многопартийность. Шах был прав или не прав? На мой взгляд, прав. Хотя резал людей на площади. В том, что резал людей на площади, он был не прав, в том, что выступал против Великобритании, был прав. Сейчас ситуация похожа. Вывод. Россия не является империалистической державой по отношению к странам центра, она является полуколонией. Россия имеет империалистические амбиции по отношению к странам ближайшего окружения, но они реализуются крайне слабо, противоречиво и в незначительной степени. Пытается вести себя как контрсила и периферийная империка на международной арене. Но, на мой взгляд, лучше иметь к одной империи еще и периферийную империку, чем не иметь вообще ничего, кроме НАТО. Все. Никита, я ваш 15. Я говорю 16. Да. Да. Немножко. Ты мне 17, скажи, давайте за 4 минуты. Хорошо. Ну, конечно, достаточно сложно зажато между такими профессорскими журналами что-то говорить. Вот. С другой стороны, в этом есть явный плюс, потому что Александр Владимирович в самом начале сказал, то есть почти вся первая половина, которая касалась империализма как теоретического определения, я почти с ней со всей согласен. Ну, я, собственно, потому и сделал ее, что мы тут в этом почти все согласны, но просто полезно было друг другу напомнить. Поэтому честно потратил большую часть времени на это. Да. То есть я, несмотря на то, что я не являюсь ленинистом, я являюсь скорее мартовцем, вот, я разделяю все пять признаков империализма, которые являются Лениным. Я считаю, что они не устарели, а приобрели другую форму. Вот. И, собственно, два варианта, две грани империализма. Один империализм как вариант вооруженных захватов, другой империализм как империализм через финансовый контроль и через просто стадию развития капитализма, они обе существуют, ну, в разной степени. Хотя вторая сейчас явно сильнее, чем первая. Собственно, это во время распада колониальной системы, да, которую вспоминал Александр Владимирович, собственно, была дискуссия известна между ультраколониалистами и неоколониалистами, и во многих случаях вот это самое получение независимых государств, вот, на самом деле было просто переходом этих государств от ультраколониализма, когда там стояли войска, до неоколониализма, когда их эксплуатировали через какой-либо финансовый и так далее контроль. Добавлю, что с моей точки зрения, поскольку для меня принципиально, какой социальный строй был в Советском Союзе, поскольку я считаю, что там был государственный капитализм, для меня страны так называемой народной демократии являются такими же полуколониями Советского Союза, как страны, как банановые республики со своими сукиными детьми, являются полуколониями Соединенных Штатов Америки. Вот. Есть еще один момент, на самом деле, еще один такая грань внутри империализма, она состоит в том, что есть империализм экстенсивный, есть интенсивный. То есть такое понятие, как континентальная империя. Вот, в принципе, в общем, достаточно для капитализма устарелая, но, тем не менее, в некоторых случаях существующая. Вот. И если бы не известная поправка к закону о территориальной целостности от 9 мая 2015 года, вот, то я бы имел полную возможность сказать, что Россия, да, является континентальной империей, а не федерацией, и те субъекты федерации, которые входят в Россию, не являются субъектами федерации, а являются зависимыми от нее колониями. Вот. Александр Владимирович сказал, что Сирия и Украина – это единственные примеры империалистического действия со стороны России. Я позволю себе не согласиться. Есть еще один пример, про который не было сказано, а именно, если опять же мы вспомним мою оговорку, и тем не менее, вот, это страны Кавказа.
Вот. Я не обсуждаю, опять же, адекватность и неадекватность, так сказать, ребят. Страны, которые Северного Кавказа. Страны, которые Северного Кавказа, да. Вот. Это которые я для видеозаписи, поскольку большинство поймет так, что вы про Грузию, Армению, Азербайджан, а я уточняю, что вы про тех, про Грузию, Армению, Азербайджан тоже скажу. Хорошо. Вот. То есть Россия является одной из немногих, на мой взгляд, вот в этом контексте стран, которые подходят под понятие континентальной империи, наряду с Китаем, и наряду, кстати сказать, с Великобританией, которая является формально демократической, ну, как бы не формально, а реально является демократической с точки зрения буржуазной демократии. То есть есть парламент, и там есть формальная буржуазная свобода, это факт. При этом также понятно, на мой взгляд, что Шотландия, Уэльс, остров Мэн, Аркнейские острова, Северная Ирландия и так далее являются полуколониями Англии. Вот. Это три страны, которые в настоящий момент являются континентальной империей. Вот. Дальше. Я не уверен совершенно в том, что если мы разбираем сторону неоколониализма, да, я не уверен совершенно в корректности формулировки, что на постсоветском пространстве начались очень слабые империалистические возможности. На мой взгляд, уж на постсоветском-то пространстве они очень сильные. Просто в ряде случаев мы действуем через местные компании. Местные компании, тоже та же самая история с Украиной, которая была приведена. Вот, например, насколько Ахметов был украинским олигархом, а насколько он был российским олигархом, это вопрос достаточно сильный и неоднозначный. Как минимум, есть большое количество аффилированных компаний. Как касается Центральной Азии, то там мы конкурируем с Казахстаном, который, да, тоже является империалистическим государством, на мой взгляд. Вот. И в течение какого-то времени Россия была примерно, я сейчас скажу, кстати, ну ты тоже об этом, была примерно сравнима с Казахстаном по силе тяжести. Вот. Это тоже были оба бойцы в среднем весе, потому что я согласен с Владимиром Владимировичем, что да, Россия является полупериферийным государством, но это совершенно не означает, что она не является государством империалистическим. Более того, именно полупериферийные государства таки да и являются империалистическими государствами. Просто полупериферийные государства являются империалистическими государствами по отношению к периферийным и зависимыми по отношению к странам метрополии. Вот. И поэтому постсоветское пространство однозначно контролировалось российским капиталом. И контролируется ситуация с событиями в Азербайджане, когда вслед за падением рубля, понятно, что рубль зависит от доллара, с долларом ситуация, проблема с рублем. Вот. Но когда начались проблемы с рублем, тут же произошла совершеннейшая катастрофа с манатом, которая чуть было не закончилась революцией в Азербайджане, ну, так сказать, не случилось, к сожалению, не закончилось. Вот. Но могло. Там просто выходили в Ленинабаде, там еще несколько регионов, просто большое очень количество людей, да, там были столкновения с полицией и все прочее. То есть там социальные были в основном требования, не политические, может быть, поэтому, не знаю. Вот. А что касается событий в Украине и в Крыму, в ситуации с Крымом, на мой взгляд, это очевидно была империалистическая агрессия, аннексия Крыма. В данном случае я не обсуждаю, как хорошо для крымчан или нет. Мы говорим с точки зрения того, является Россия империалистическим государством или нет. Вот. Хотя надо отметить, что при всех недостатках Украины все-таки неделями в последнее время, да, в 90-е, может быть, наверное, в последнее время неделями в Ялте свет не отрубали. После того, как Крым соединился с Россией, в течение нескольких неделями в ряде крымских городов, в частности, в Ялте нету света. Вот. Я не утверждаю, что это происки кровавой гибни, это просто некая общая экономическая ситуация, если мы говорим про интересы крымчан. Если мы говорим про конкретно империалистическое, то да, это была аннексия. Опять же, не обсуждая самоопределение крымчан как таковых. Это еще отдельно. Что касается ситуации в Донбассе, нам говорят, там и самоопределения нету, и нации нету, и войска российские есть. И люди с Востока также воюют в батальонах, в том числе совершенно не нравящихся батальонах ультраправых, типа там Азова, Сечи и так далее, ну и относительно меняемые батальоны, типа там Айдара, там, Донбасса, Ахтемск и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд,
совершенно очевидный факт вооруженной агрессии. Но империализм не подразумевает обязательно вооруженной агрессии. Вот, например, после того, как Англия уже, так сказать, себе подчинила в британский доминион Индию, она занималась там вооруженной агрессией, только когда всякие были истории там с сипаями и так далее. Остальное там все было нормально, в определенный момент они сделали индинизацию этого. То есть ситуация, они там ставили раджей, которые собирали просто им бабки и так далее. Вот. Что касается прогрессивного, кстати, характера, тоже я хочу сказать. Безусловно, наверное, российский империализм в каких-то случаях может носить прогрессивный характер. Например, в ситуации с Сирией, на мой взгляд, от позиции я там, как член левосоциалистической действия, Союз демократических социалистов, не все люди разделяют на позицию, но я считаю, что ИГИЛ однозначно хуже Путина. И то, что Путин мочит ИГИЛ, это хорошо. Но то, что западный империализм мочит ИГИЛ, это тоже хорошо. Потому что, на мой взгляд, по сравнению с этой угрозой, угроза империализма как российского, так и западного, она меньше. Это принцип наименьшего зла, если угодно. Да? Это что-то, что мочит Аль-Каиду, которую либеральные СМИ называют частью умеренной сирийской оппозиции в ряде случаев. Я считаю, что она тоже правильно делает. Не бубнить. Но надо сказать, что кровавый британский империализм сделал много ужасных и страшных вещей. Например, он запретил добрую традицию индийцев охоты за головами, например. Да? Или, в частности, было запрещено не сектант индийцев, но в определенной категории. Или он боролся с тхагами, например. Или, например, он запретил самосожжение вдов после смерти мужей. И очень много сделал других кровавых преступлений. Да? Поэтому прогрессивность ни в коем случае не означает отсутствие империалистических амбиций. Империализм может в ряде случаев быть вполне себе прогрессивным. Теперь, что касается противостояния России и НАТО. Надо сказать, что этой точки зрения придерживаются вот разные люди, в том числе и либералы по убеждению. Да? Я считаю, что это... корректно сказать, да, это иллюзия. Что Россия, противоречие России и остальных стран НАТО, это противоречие внутри империалистического лагеря. Я не знаю, помнит ли присутствующий, Расмуссен на коленях затягивал Россию внутрь НАТО. Просто всеми силами, которые у него были возможности, он это делал. Потому что НАТО действительно полицейский. Полицейский направлен не против России. Это полицейский, который направлен на то, чтобы соблюдать правила капиталистической игры. А Россия является безусловной частью мирового империалистического лагеря и мировой капиталистической игры. И поэтому для НАТО, конечно, выгоднее, чтобы Россия находилась внутри него максимально приближенно. Но Россия играет немножко по другим правилам, потому что Россия режим авторитарный, который, надо сказать, до недавних времен всех более-менее, кроме группы правозащитников, устраивал, потому что позволял там качать ресурсы и так далее. Неожиданно стал большое количество людей не устраивал. Там он так соответствует буржуазной демократии. Это как бы некоторый недостаток. Но в принципе глобальные интересы мирового империализма, глобальные интересы России, они в смысле абсолютно совпадают. То есть Россия не является противоположным интересам НАТО и прочих ребят, даже настолько, насколько ими был, например, человек, к которому очень плохо отношусь, да, который был, на мой взгляд, нацистом, да, Саддам Хусейн. Но тем не менее, у которого, да, у него действительно были некие противоречия с ними, эти противоречия были реальными. В данном случае никаких реальных противоречий я не вижу. Они временные. То есть противоречия между Францией, например, если вы помните, вообще насчет Ливии, да. Америка сделала все, нынешнее американское правительство, чтобы минимальный контингент американцев был в Ливии. Потому что их эта ситуация не интересовала. Они не хотят, ну, что-то экономика, и так далее. Основным застрельщиком там был французский империализм. Поэтому как бы внутри империалистического лагеря противоречий тоже дофигища. И это не означает, что какой-то империализм из этих является неимпериализмом, или прогрессивным, или хорошим империализмом, или еще что-то. Ну, собственно, я завершу. Спасибо. Спасибо, Никит. Да. Значит, друзья, дискуссия достаточно серьезная. Я уже сказал, что мы случайно встретились с профессором Ландабасой. Ландабаса, наверное, правильно, да, не склоняется. Это профессор Российского экономического университета имени Плеханова и человек, который работает в Европе и у нас в стране, пишет по этим вопросам.
Я, честно говоря, не знаю, какая у него сейчас будет позиция. Он сказал, что ему близки интересы к этой позиции марксизма. Я посмотрел какие-то работы, интересные профессиональные работы. Но вот по данному вопросу я не знаю, что вы скажете. Андрес, 15 минут, как у всех. Меня зовут Андрес Валдабаса. Я профессор Российского экономического университета. Я занимаюсь уже больше 20 лет вопросами мировой экономики. Тема моего короткого выступления – Россия в глобальном мире. Я бы так это обозначил. И здесь я хотел бы коснуться трех вопросов. Первое. Является ли Россия империалистической державой в классическом понимании, в классической характеристике начала 19 века в глобальном мире? Второе. Решение ли это проблемы многополярности, то есть мироустройства, за счет, так сказать, мировой революции, о которой мы все говорим и мечтаем? И третье. Есть ли альтернатива глобализации и есть ли в этом смысле альтернатива, значит, вот той роли, которую Россия, которая сейчас место и роли занимает, и что-то можно ли в этом плане поправить. Сразу хочу сделать такой краткий заход, вывод, что с моей точки зрения Россия не является, я потом постараюсь аргументировать свою точку зрения, не является империалистической страной в той пятизвенке, которую мы все хорошо знаем. По этой характеристике отсутствует первый и главный элемент – нет момента территориального захвата. Вот, есть у США, есть у всех остальных государств, но вот этот элемент, он основной, он выпадает. Да, действительно, все остальные четыре мы наблюдаем, они предъявлены России, но вот этот элемент, он отсутствует. С моей точки зрения, Россия должна стать империалистической страной, империалистическим государством по классической интерпретации. Почему? Потому что Россия в условиях многополярного мира, а это единственная альтернатива, научно, так сказать, доказуемая, которую можно как концепцию противопоставить той ситуации, которая складывается, в которой лидер США и же с ним. Поэтому роль России как империалистического государства в том варианте, о котором говорилось, мне кажется, она была бы скорее полезной, чем негативной. Так как очень много в мире и в Европе сил, движений, которые, будучи марксистско-ленинскими, левыми, возьмите теологию освобождения, это христианское левое движение, насчитывающее почти 2 миллиарда человек, да, в Латинской Америке и в мире, они поддерживают идею сильной России, и они даже хотели бы, чтобы Россия стала в этом концерте сильных держав, противопоставимо США. Далее, глобализация. Глобализация это, да, во-первых, глобализация это, есть ли вообще этому процессу альтернатива? Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный, касается длинным шлейфом дискуссии, об этом очень много говорилось, каждый год проходит форум, значит, глобалистов, ну, допустим, в Давосе, как вариант, и антиглобалистов, которые где-то тоже проводятся. Короче говоря, дискуссия все время идет, есть ли глобализация альтернатива. Я скажу вот свое мнение, и в этом смысле я скажу, почему я, говоря о России, говоря об этой, на эту тему, почему я делаю акцент. Вот почему. Потому что процесс глобализации – это неотвратимый процесс. Неотвратимый процесс глобализации только по одной простой причине. В мире сложилось, я исхожу все-таки из принципов экономического детерминизма, потому что это единственный инструмент, который применим в дискуссии, в сегодняшней дискуссии, полноценно, научно. Значит, говорит о том, что в мире сложилось 7 тысяч ТНК, транснациональных корпораций.
Миром экономикой мировой правят транснациональные корпорации. Хотим мы этого или не хотим? Скорее всего, не хотим, но это так. И в небольшом количестве МНК. Чем отличаются транснациональные корпорации от МНК? Очень простая вещь. Процессом принятия решений. То есть вот это decision making в ТНК, он проходит тоталитарно, авторитарно и быстро. То есть от ноу-хау до продукта и даже до формирования рынка, ТНК этот процесс делает самым коротким, он самый быстрый. Альтернативы ТНК на сегодня нет. Ни одной формы хозяйствующего субъекта альтернативы ТНК не существует. МНК не может конкурировать. МНК – это международные национальные корпорации. Они по конструкции свои другие, так как капитал в ТНК находится в материнской компании, и центр принятия решений находится в центре, и приказы идут на периферию, в филиалах дочерней компании. Процесс быстрее происходит, при прочих равных быстрее. В МНК капитал находится, вы знаете, по периметру, и пока будет это согласование, там разные формы, абсолютное большинство, консенсус разных. Одним словом, значит, мировая экономика строится по следующему принципу. Из 10, значит, субъектов хозяйства, мирового хозяйства, 9 это ТНК и только одна МНК. Это вот реальность. Затем, не все ТНК имеют равные позиции в мире. Не все. Лишь только 1500 крупнейших из них, мы их все знаем, они у нас у всех на слуху, они-то и правят мировой экономикой. Из этих 1500 ТНК, где-то 50-60 это и ТНК, и ТНБ. Вот они являются реальными демиургами, акторами мирового хозяйства. Они. Где находится порт приписки этих ТНК? Сейчас это уже даже не важно. В большинстве случаев действительно в США. Но капитал у них уже давным-давно разный. И природа этого капитала разная. Между ними очень хорошая связь. Поверьте, они все единомышленники, по большому счету, и это очень крупная и серьезная сила. Вот, собственно говоря, так я вижу процесс глобализации. Значит, так как научно-технический прогресс, а он уже давным-давно не научно-технический прогресс, так как научно-технический прогресс идет скачкообразно, и это уже научно-технический, это процесс, который можно скорее характеризовать научно-технической революцией, он идет скачкообразно. Сегодня мы живем в эпоху так называемой четвертой промышленной, а точнее сказать, четвертой технологической революции. Его особенность состоит в том, что такие достижения, такого уровня, как EMC-квадрат, которые 40 лет назад, в эпоху предшествующей новой экономики, происходило по наблюдениям ученых, три крупнейших исследователи, два из Хайдельберга и один из Кембриджа, подсчитали, что такого уровня достижения происходили один раз в 150 лет на протяжении всей истории человечества. А последние 40 лет такого уровня научное открытие происходит один раз в год, а может быть даже и чаще. Таким образом, происходит ускорение научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс, как я уже сказал, напрямую связан с мировой экономикой. То есть, кто быстрее может внедрить достижения НТП или НТР, как хотите, в экономике, только ТНК, мы это видим. Другого пути нет. Значит, вот в этих условиях, как мы видим роль конкретной экономики, конкретного государства, такого как Россия? Как мы видим? Как я вижу? Я вижу следующим образом. Специфика развития экономического устройства в России с 1991, а точнее с 1993 года состоит в том, что в России сложилась форма жестокого госмонополистического капитализма. В стране правят порядка 100 крупных финансово-промышленных кланов. Они инсертированы, они включены
в вот эту картину мира, которая сейчас сложилась. Заметьте, что в России также очень много транснациональных, на такую экономику, на такую высоко монополизированную экономику, как Россия, где участие государства 70%, такого нет в Китае, такого нет нигде. При том, что это рыночная экономика, заметьте. Это не плановая экономика. Так вот, эти транснациональные корпорации России, а я их назову, это «Газпром», мы их все знаем, «Лукойл», «РЖД», «Аэрофлот» и иже с ними, они являются этим участниками процесса глобализации. Таким образом, говорить о том, что Россия является империалистической страной, мы прежде всего должны понять, какова экономическая природа этого, так сказать, этого хозяйства, так сказать, этого, этой, этого экономического устройства. По мне, на мой вкус, на мой взгляд, Россия должна встать в ряд с крупными игроками на международной арене. Для этого она должна переориентировать, значит, свою модель роста, экономического роста, с, значит, с, от экспортно-зависимой, прежде всего, с ориентацией на экспорт углеводорода, ну, не буду здесь прописанных истин называть, значит, 66%, значит, валютной выручки, поступающей в бюджет, это нефть и газ, и только все остальное, и только оставшиеся, все остальное. Поэтому модель экономическую в России необходимо срочно менять. Это единственный вариант не остаться вот в этом ускоренном, в этой гонке, потому что на горизонт долгосрочного прогноза, то есть до 2050 года, по нашим расчетам, Россия с первой десятки выпадает. Выпадает. Она не будет, Россия не будет империалистическим государством. Россия и Италия выходят из этой десятки. На первом месте, мы понимаем, выступает Индия, на втором Китай, на третьем группа новых индустриальных стран, только потом США и так далее. В этой десятке мы России и Италии не видим. Чтобы она осталась игроком, и в этой десятке единственный вариант – это замена ныне существующей модели экономической, никудышней, с моей точки зрения, потому что она зависит от, и очень сильно, как я уже показал, от внешнеэкономических факторов, я заканчиваю, да. И, значит, надо переходить на другую модель, экономическую модель, на производственную модель. На это есть и ресурсы, и деньги, и возможности, и так далее. Чего нет, почему это не происходит? Да, это стоит всего-навсего 3 триллиона долларов в год, и всего лишь нужно 5 лет для того, чтобы эту, на эту модель перейти. Такая возможность в России есть, есть все возможности. Чего нет? Нет международно-политических и международно-экономических условий, санкции, не санкции и так далее. Поэтому на первом месте, мне кажется, первое, значит, что надо сделать, это выйти из режима санкционного противостояния, то есть надо решить нашим дипломатам, российским дипломатам, международным сообществом вот эти 2-3 проблемы. Это несложно, это можно сделать. И перейти на спокойное экономическое развитие. И в конечном счете, на мой вкус, на мой взгляд, это путь рентного капитализма по типу Норвегии, предположим, и так далее, на основе вот этой новой модели экономического роста, которая будет позволять, по нашим расчетам, давать 5-7, так сказать, в год процентов среднегодового темпа роста. Это вполне будет прилично. Все эти расчеты у нас есть, кто будет заинтересован, пожалуйста, мы готовы поделиться этой информацией. Итак, вывод. Россия не является империалистической страной. По этой пятизвенке она не является, но, с моей точки зрения, было бы желательно и предпочтительно для всего, можно сказать так, мирового прогрессивного человечества, чтобы она таковой являлась. Потому что такие партии, политические образования в Греции, как Сириза, Подемос в Испании и так далее, и так далее, они с энтузиазмом и симпатией смотрят на Россию даже в сегодняшнем виде и хотели бы, чтобы Россия стала противовесом действительно империалистической, страшной, империалистической державы, кровавой, полуфашистской и
безусловно, диктатура, где правят 50 кланов полумафиозных, это США. Спасибо за внимание, извините, что я нарушил вас. Нет, вы не нарушили, все как раз хорошо. Да, значит, друзья, всем спасибо за то, что вы нас выслушали. Мы, может, вопросов задавать не будем или будем? Сразу выступать будем. Ну, а, что-то Игорь записался первым. Игорь записался первым. Вопросы бы задать? Ну, да, я бы хотел задать. Так, нет, давайте так, у кого короткие вопросы есть, только не вступайте. Нет, очень короткие. Хорошо. Очень короткие. Тогда мы слушаем вопросы, хорошо, а потом сразу отвечаем, коротко, да. Как ваше, так сказать, утро? Империализм, вот ваша интерпретация, будет решаться экологическая проблема. Спасибо. Андрей, не будет. Подождите, вы все прокомментируете, хорошо? Да, не будет. Решать. Ну, вообще ответ. В литературе встречалась такая категория, как особо крупная корпорация. Это сождественно с МНК. Да. У меня два вопроса одному и второму участнику. Каждому по два или каждому? Нет, каждому по одному. Значит, вам вопрос. Вы сказали, что Россия и НАТО вроде бы как и не конкурируют между собой, являются, ну, чуть ли не общим блоком. Тогда прокомментируйте, как с вашей точки зрения объяснить те же самые санкции, те же сбиваемые самолеты, то есть это все розыгрыш на публику или как? Вот, то есть это первый вам вопрос. А вам вопрос, вот вы сказали, что в России есть транснациональные корпорации, то есть, ну, на примере «Газпрома», приводили различные экономические доводы. Но вот опять же у меня тогда получается такой вопрос, я не совсем понял, почему Россия не империалистическая, если есть монополии, если есть вывоз капитала. Опять-таки, кстати, почему-то никто не учел роль ВПК, который у нас с советских времен тоже играет важную роль. Вот никто об этом не упомянул, а, наверное, стоило бы. Вот, вот почему все-таки вот в двух словах Россия, несмотря на все на это, не является, тем не менее, империалистической страной? Коротко, если. Извините, еще вопрос тогда. Сейчас все соберем, да, давайте. Так, просто, не увидел, вы сказали, что по одному из пунктов, так сказать, Россия не является империалистической, а именно, я так понял, раздел мира. Нет, я этого не говорил. Я сказал, что отсутствует главный элемент из этой пятизвенки. Территориальные захваты отсутствуют. У России нет, у России территориальных захватов отсутствует главный элемент. Значит, будете выступать, покритикуете. Вопрос. А, скажем, если не захватывать территорию, а захватывать, предположим, средства производства, это будет, так сказать, являться этим пунктом или нет? Ну давайте все. Так. А можно еще? Нет, не будет, не будет. Все равно должен быть территориальный захват. Вот, для того, чтобы была полная характеристика как империалистического государства, все равно должен быть территориальный захват. А именно, захват чужой территории, чужой юрисдикции. То есть вступить в чужую юрисдикцию. Средство производства — это российская юрисдикция. Вы имеете в виду? Спасибо, да. Давайте мы как-то соберем вопросы, да. Да, вот первый вопрос был, соответственно, выступление Никиты. Он сказал, что, соответственно, Советский Союз, он выступал империалистом по отношению к странам там соцлагеря. Вот хотелось бы узнать, каким образом он империалистически эксплуатировал эти страны. Давайте Советский Союз оставим, друзья. У меня да, есть, и вот, а второй вопрос. Просто мы ничего не начнем, все спорим о том, да, что такое СССР. По выступлению Александра Владимировича. Нет, ну просто механизм хотелось бы послушать, не вступать в дискуссию по этому вопросу, а просто. А, соответственно, второй, по вашему выступлению, Александр Владимирович, вот вы сказали, что было бы хорошо, соответственно, что вместо одного мирового полицейского было бы больше мировых полицейских. Вот, соответственно, вопрос, вот, например, российским левым силам в таком случае нужно помогать своему мировому полицейскому как-то лучше стать более сильным. Или, наоборот, просто не мешать, или критиковать его, или не надо критиковать, и так далее. Понятно. Хороший вопрос. Так, все? Все. Ну, давайте, Игорь, на сей раз вы первый, я второй. Ладно? То есть, Никита, да, я посмотрел на Игоря, извините. И... Хорошо. А, значит, просто я так активно улыбается. Роман, по очереди, соответственно. Окошечко откройте, наверное, немножко.
Смотрите, я на самом деле об этом сказал. Я сказал, что между странами мирового империализма есть противоречия. Внутри блока НАТО тоже есть противоречия между российскими странами. То есть сейчас выступите и скажете, что это. Есть еще один момент, про который хотел сказать, но не сказал. Вот. Он принципиально стоит то, что Россия, вот я согласился с Иваном Владимировичем на то, что она страна полупериферийная. Вот. Я согласился, конечно, но эту мысль можно довести еще до конца, что последние вещи, которые делает правительство России, как он так, да. Они показывают, что российский империализм пытается из полупериферии рвануть метрополию, даже как китайский. И на этом основании появились противоречия некоторые, которых до того не было. Но на самом деле они все равно легко могут их ликвидироваться. И в этом смысле те украинцы, которые говорят о том, что... Потому что про Минхен же про Минск говорят же и те, и другие, что это сливание. Только российские национал-патриоты говорят о том, что это сливание ДНР, а украинские национал-патриоты говорят о том, что это сливание Украины. И это правда. Причем самое интересное, что правда и первое, и второе. Потому что это, безусловно, попытка снова вернуть, так сказать, мать империалистическую церковь заблудшую овцу. Вот, на котором она и была там, до того момента, как пыталась рвануться из полупериферии в метрополию. Более того, вполне возможно, то есть не вполне возможно, уже почти уверен, что когда эта овца будет возвращена, вот, а она будет возвращена. В смысле, Россия будет возвращена в полупериферийные страны? Нет, в клуб империалистических держав. Что вполне возможно, что... Извините, просто чтобы прояснить, до конфликта с Украиной Россия была полупериферийной империалистической державой. Полупериферийной империалистической державой. Да. Периферийной империей, если пользоваться российским исследователем. Вот. Вполне возможно, даже почти уверен, что когда она вернется в империалистический лагерь, она получит место на несколько позиций выше. Кстати, про ВПК вы правильно сказали, Россия является, входит в десятку мировых экспортеров. Ну, да. Вот, и второй вопрос тоже. По поводу, на самом деле, там очень сильно это зависело от страны. Советский Союз был, с моей точки зрения, да, государственным капиталистическим государством. Вот. Следовательно, способы его эксплуатации, они несколько отличались от частных собственнических. А именно, он в той или иной степени включал эту большую глобальную корпорацию в качестве филиалов. Те госкаповские режимы, которые он создавал в странах типа народной демократии. Вот. И за счет этого он получал то, что говорится, что сборочный цех, вот я не помню, как это называется, когда там... Белорусская цех, известная история. Вот она в этом и заключается, что они встраивают в корпорацию, центр производства в Москве, и за счет этого они строят общую эту госмонополистическую систему. Вот, за счет этого они эксплуатируют. Давайте мы так, короче, да? Просто у меня было тоже несколько вопросов, очень коротко прокомментирую. Первое. Я не говорил, что Россия не является империалистической державой. Я говорил, что есть некоторые черты, которые позволяют характеризовать Россию как очень слабую страну с некоторыми чертами империалистической политики. Да? В частности, очень слабые российские корпорации. По мировым понятиям, это в самом низу вообще тысячного списка корпораций, да, сидящие на экспорте ресурсов и вывозящие деньги не в периферию, а в центр. То есть Россия является империалистической только по отношению к Западной Европе и США по этому признаку. Потому что больше всего они вкладывают активов, денег и всего остального и пытаются влезть в экономику Западной Европы и США. Является Россия империалистической державой по отношению к Западной Европе и к США? Ну, очевидно, идиотский вопрос. Не является, не может являться. Значит, по этому признаку, поэтому не работает. Да? По признаку вложений и подчинения капитала стран периферии, вот немножко в постсоветском пространстве, но очень слабо.
если сравнивать с тем, как там действуют страны НАТО, то это будут доли, я не знаю, там 5%, 10%, вот в таком примерно масштабе. И объемы действий соизмеримы с национальными капиталами достаточно слабо. Поэтому некоторые интенции есть, но слабо. Да? Единственное исключение, вы совершенно справедливо напомнили, у меня регламент закончился, я не сказал про военно-промышленный комплекс. Вот продажа оружия – это действительный признак России как империалистической державы. Очень важно. Да, но это один признак. Поэтому я еще раз подчеркну, ситуация крайне противоречивая и неопределенная. Россия в некоторых чертах отчасти, это действительно так, пытается выступить в качестве империалистической страны по ряду признаков. Но в основном она является страной, которая является объектом экспансии со стороны империалистической страны. Вот эта позиция. По поводу того, сколько лучше полицейских, один или два или три, и не будет ли Россия худшим полицейским, чем НАТО, это вот очень интересный вопрос. Может быть и будет. Отвечая на ваш вопрос по поводу левых, ситуация может быть только одна, то, что я постоянно говорю. Если внутренняя политика не будет изменена, то внешняя политика России приведет к негативным результатам. Поэтому, в принципе, идея противостоять НАТО и так далее правильная. То, как это делают у нас, неправильно, и вследствие внутренней экономической, социальной и так далее политики, скорее всего, это приведет к негативным результатам и придется выступать еще и против своей страны. Пока некоторые действия были скорее правильными. В том числе это касается Сирии, в том числе это касается вот при всех спорах, при том, что Россия много испортила, основное испортила, ДНР, там, ЛНР, это касается Донбасса. Здесь у нас разногласия принципиальные по крайней мере. Да? Потому что мы при всех минусах того, что делается в ДНР и ЛНР, и при всех некоторых позитивных чертах народного выступления, которые были в Майдане, считаем, что все-таки баланс не в пользу Киева. Да? Вот, Никита, при всем том, что плохо в Украине и так далее, считает, что баланс в пользу Киева. Да? Но мы эту тему сняли, мы ее дискутировали раз пять уже в разных вариациях, в разных составах. Да? Поэтому я ее просто больше не понимаю. Все. Выступление. Значит, переходим к пятиминутному регламенту. Узгалин в качестве будильника. Так, первый Игорь. Первый Игорь. Я, собственно, и хотел то же самое сказать. Что зря боитесь, что я не дам слово самому злому критику Узгалина. Что самое? Не самому, да, я согласен. Не самому. Выбирала хуже. А, значит, по поводу, собственно говоря, темы, обозначенной сегодня на диалоге, собственно, у нас есть в трех докладах. Вот все три позиции, они абсолютно затрагивают, как это, вот слона слепые, которые, ну, ощипывают слонами что-то одно, рассказывают об этом прекрасно, а потом... Игорь слона видит целиком, вы это учтите. Ну, как ни странно, да, я хотел бы действительно попробовать объемную картину. А знаете, мне, как получится за 5 минут, ну ладно. Значит, смотрите, в марксистской теории, ленинской теории империализма абсолютно России сегодня совпадает. Вот, но форма несколько изменилась. В чем? Ну вот, например, по названию. Анатолий Борисович Чубайс назвал когда-то либеральной империей. Термин был придуман и продвигался политтехнологами, методологами, сыном Щедровицкого в частности, применялось это все на просторах СНГ. А, собственно говоря, главный пример – это освоение Армении, как ни странно, о чем вообще никто сегодня не упоминает. Но это главный пример того, как мы ведем чистую империалистическую позицию по выкачиванию ресурсов тупом, абсолютно кондомом. Вот как у Ленина написано, вот ограбление периферии. Вот, и эта, собственно, теория, она работает, рыночного империализма, там, где слабые режимы. Вот, условно говоря, в Средней Азии даже Каримов нам не дают это делать, в МТС пинают. История с МТС, когда он сказал, вот мы вас закроем, если вы не будете делать так, как мы скажем. И у нас на задних лапках станцевали, Туркменбаши сказал, ваши граждане пойдут ко мне рабами, и все. И мы на задних лапках станцевали и продали ему рабство за газ. Сколько это тысяч русских, о чем все забыли давно, защитники прав человека обычно любят там защищать кого угодно, кроме них. И русские патриоты в том числе, это не лучший пример. Пример Молдавии во многом, которую мы там пытались задушить в объятиях в нулевые годы, когда Козак, план Козак, объединение, когда они сказали, мы хотим объединять с прессором по-другому, нам сказали, мы сказали, у вас плохое вино, до свидания. Пример Грузии, где, с одной стороны, там,
обиделись на Саакашвили, который не так пришел к власти, потом оказывается, Саакашвили сам строит либертарианскую такую империю, дальше выясним, что это два, ну, в одной берлоге два зверя не соединяются. А Азербайджан, который ведет то туда, то сюда, манат падает, простите, у нас азербайджанские переводы, ну, в Азербайджан местных азербайджанцев большие. Собственно говоря, тут скорее не империализм, а просто, ну, тот самый термин русских националистов. Понаехали тут, типа, и, кстати, я напомню, в Киргизии революция вторая, свержение Бакиева, осуществлялось благодаря тому, что в России рухнула экономика, киргизы вернулись в Киргизию. У него нету работы, и они его снесли. Так что вот, в этом плане мы абсолютно империалистическая, классическая держава, либеральная империя, безусловно, факт. Но дальше возникает тот самый диалектический момент, о котором вы постоянно писали много, вы сами его хорошо разрабатывали, вы это показывали, но вы сейчас... Оказалось, что вы сейчас не замечаете этого, различия формы и содержания. Вот форма государства, корпоративизм, бла-бла-бла, извините. А содержание какое? А содержание сидит аспирант Руслан Салтановича, который показывает, что под видом госкорпорации ведется вывоз капитала в офшор бандитами. Да? Никакого государственного капитализма, того самого, о котором любят рассказать, нет. Это есть банды, условно говоря, кланы, группировки монополистические. В России ультрамонополизм. У нас Ротенберг отвечает за все, что можно. Куда ни плюнь, сейчас все ради него во многом делается. Основные все деяния правительства, начиная Платон, Химкинский лес, газ, нефть, Новатэк, строительство дорог, которое вдруг оживилось. Это все лично. Аркадий Ротенберг, гопник из Петербурга, по сути дела. То есть кланы бандитские, под видом государства, осуществляют выкачку капиталов и вывоз их в офшоры. Соответственно, это можно... Я не понял, это империализм. Это империализм, да. Потому что выкачивается российская периферия, ограбление Иркутской области, например, я точно знаю, потому что свидетельства есть, журналистские люди, которые там живут, как это выкачивалось Базелом в свое время. Ограбление северных народов, которые, безусловно, самые пострадавшие народы в России от недооцененных ресурсов, которые выкачиваются, в отличие от чеченцев, которых просто закармливают, там, и дагестанцев, которые мафия просто... Чеченцев или кадырских бандитов? По сути, это сплелось, потому что Кадыров показывает, что он хозяин, он дает наши деньги, которые трансфертами идут, кому хочет. И там любой чеченец может отправиться в Калаху или может получить эти деньги. Это личная воля Рамзана. Поэтому это просто вот где-то... Я только пошел вот... Вот, да, и в этом потому, плане... Потому что вы критикуете Бузгалина, да, потому что время такое... Нет, я понимаю, к сожалению... Где-то вот, время, оно идет одинаково. Я понимаю, просто второй момент. Собственно говоря, вот этот вот корпоративизм, постмодернистский во многом, да? Вот я бы его так назвал. Или корпоративное гопничество, как высшая стадия российского капитализма, перефразировал Андрей Пиантковский. Да. Вот... Это, по сути, столетней давности напоминает во многом Китай. Империю Цин, вы помните, Цыси, восстание Тайпина. Вот если вы скажете, ну, или кто там, боксеров, как они там, Ихитуани, извините, ошибся. Ихитуани, вот если вы скажете, что Ихитуани это прогрессивно, если вы скажете, что варварство это прогрессивно, что если варварство это хорошо, что если наши гопники, которые в Донбассе воюют, это хорошо, что те, с кем вы сидели на мафии, это и есть лицо антиимпериализма, прекрасно, пожалуйста, это ваше право. Если мы согласимся, что лучше все-таки культура и цивилизация, то надо задуматься, что делать левым в этой ситуации. С одной стороны, исламисты, которым потворствовал леволиберальный Запад, который помогал мигрантам, которые, собственно, стали игиловцами потом. Посмотрите, кто взрывает Европу. Европу взрывает второе поколение мигрантов. Тех самых, которые наши... Давайте не все сразу, да, потому что мы уже очень глубоко. Просто я хочу сказать об одной простой вещи. Что делать в левом современном мире? В мире, который порожден, с одной стороны, снесением... Так, давайте вот не в мире, который, а что делать левым, одной минутой. Хорошо, да. В мире после, собственно говоря, сегодня есть во многом два варианта развития событий у левых. Потому что есть две левые традиции, условно. Давайте. Первый вариант. Условно говоря... Левоконсервативный вариант, это вариант такой. Мы верим, что это государство. Мы обеспечиваем бандитам научную и идеологическую основу для их воровства. Рассказываем на радио про марксизм.
о чем либерал мне в мемориале я был, и человек из Огонька рассказывал: посмотрите, путинская пропаганда антикапиталистическая, посмотрите, это совки, это коммунисты и так далее, да? И вот, вот понимаете, что, вот, что, что получается? Это первый вариант. Действительно, 100 лет назад эсдеки пошли по этому варианту, это были оборонцы. Это ваше право. Так, дальше пораженцы. Да, вторая линия. Да, вторая линия — это тоже крайность, которая делится на две части. Первая часть — леволиберальная, встраивается к НАТО, рассказывать про Европу, про Америку, распинать Россию, продвигать европейские ценности, толерантность, меньшинство, все в порядке, так, осуждать. Да. И есть третья линия, во многом наследник ленинского. Это пытаться работать с мелкобуржуазным населением, это пытаться объяснять про европейским людям, что действительно евробюрократия зло, что действительно НАТО их грабит. Не все, кстати, НАТО, а именно центр, потому что просить Румынию в НАТО — это помойка. И, собственно говоря, объяснять им, что рынок и тот закон, который им кажется честным, уравнительным, является ложным, и что только, ну, такие люди, как Сандерс, посмотрите на Сандерса, Сандерс развеет леволиберальный миф из политики идентичности. Если мы попробуем по сандеровскому пути пойти, да, извините. Надо было 15 давать. Нет, коллеги, я не против, просто у Игоря... Интересно, хорошо, молчу, давайте, раз интересно. Просто я хочу в этом плане, коротко, отступление. Сандерс показал провал политики идентичности. Он, вернув старую классовую борьбу, победил в Северных Штатах, где мало, извините, афроамериканцев и прочих. А афроамериканцы всегда были за Клинтоншу, между прочим, это показано. Посмотрите, какие штаты за него голосуют. То есть и белая молодежь за Сандерса, левая, интеллектуальная молодежь, ну ее мало. А нам призывают, да, мигрантов делать нашими, стать прочее. Вы поймите, ну не будут они опора левого движения в современном мире. Латинская Америка, допустим, та же рухнувшая, моральный урон левым огромнейший, да. То же самое, это вот политика антиглобализма, когда во многом верили, что сейчас Бразилия государство, что сейчас мы все победим. И действительно, ощущение это было. А потом оказалось, что в Петробразе коррупция, что Лула коррупционер, и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня действительно очень трудно пройти вот эту щель между левым консерватизмом и левым либерализмом. Вернуть повестку классовой борьбы, попытаться договориться с разоряющимися европейскими, чтобы они не пошли к фашистам, мелкобуржуазному населению, с американским мелкобуржуазным, с российским, чтобы они пошли на болотную не за либералами, не за национал-либералами, не за рыночными фундаменталистами, которых опять обманут и кинут, которым не нужна ни демократия, ни свобода, ничего не нужно. Они такие же фашисты, они, условно говоря, такое же зло, которое будут нас грабить так же точно. Но, не, но для этого нельзя идти ни на, условно говоря, кремлевскую сторону, ни на западно-левую сторону, как там некоторые делают, рассказывая, что ну хотя бы будет в России европейская демократия и толерантность, а дальше что угодно, как Овсянин там, или Плотников написал. Спасибо, Игорь. Значит, ну мы когда-нибудь, наверное, давайте посвятим специально заседание критики позиции Буздалина со стороны Игоря и остальных коллег, да, за всякие неблагоприятные... Даже не столько критики, сколько позитивных. В позитивной программе это тоже интересно, значит, ну тут позитивной программы было мало, критики очень много, да. Единственное, что вот характеристика российской экономики, Игорь, и повторение учебника Бузгалина 94 года и последнюю статью 2005. Вы забыли свои термины, когда на мафии сидели. Так что ли? То есть я вам напомнил вашу позицию, простите. Да. И позицию разделения формы и содержания вам тоже напомнил, денег. Спасибо, но я ничего не забывал. Я об этом все время говорил, потому что я последний раз говорил сегодня на радио. Да? Нет, я что сегодня говорил об этом на радио. Прекрасно, а на МЭФе? Вы об этом тоже, наверное, говорили? На МЭФе я об этом не говорил. Вот, вот, вот. Совершенно верно. На МЭФе я говорил о том, что, возможно, другая повестка. Да. Рассказывал Потапенко об этом и донбассовским инсургентам, террористам и повстанцам. Хорошо, значит, давайте это личное дело Бузгалина мы заведем как следующий раз, ладно? Я не возражаю совершенно против этого. А сейчас вернемся к проблеме России как империалистической державы. Если честно, я не до конца понял, вот,
когда эксплуатируют Иркутскую область, это империализм или нет? Да, значит, центр периферии. Ну, я понимаю, значит, в этом случае это, опять, вот тоже важное понимание империализма. Значит, куда это он сбежал? Нормально. Значит, давайте продолжим. Роман Осин, пожалуйста. Уважаемые товарищи, я вот как раз очень интересно сегодня присутствовать на данном заседании, что у нас в клубе «Политпросвет» мы несколько, три или четыре занятия посвятили как раз ленинской теории империализма, что по пунктам разбирали вот эту ленинскую работу. Мне кажется, кстати, это полезно вообще ее. Ну, ее тут все читали, ну, перечитать еще раз, потому что действительно эта работа актуальна. И вот говоря об империализме, мне кажется, очень важно придерживаться именно ленинской методологии и выработки критерий. Я это к чему говорю? Что вот здесь я слышал, что, ну, например, вот Россия не империалистическая страна, потому что нету, например, захватов территориальных. Вот. Хотя у Ленина там этот пункт, насколько я помню, как раз именовался как не захваты территориальные, а раздел мира между крупными государствами. И это ставилось в зависимость от раздела мира между крупнейшими капиталистами, что не то же самое, что территориальный захват. И, кстати говоря, Ленин Российскую империю, которая была, вообще говоря, полуфеодальным еще государством, он ее тоже считал империалистической. Хотя, в общем-то, тоже, что Российская империя похожа достаточно была на современную Россию. Только современная Россия нефть и газ импортирует, а Российская империя, значит, продавала зерно. Вот. И тоже, экспортирует. Да, экспортирует, прошу прощения, оговорочка. Вот, зерно продавала. И тоже отставала от западных стран, и крейсер «Варяг», который был собран весь из европейских, значит, деталей. То есть это все было, при этом это не мешало Ленину почему-то считать Российскую империю все-таки империалистическим государством. Вот. Значит, что касается сегодняшней России, я согласен с основным посылом, вот на самом деле, вот первых двух выступающих, докладчиков, что действительно Россия переживает такую, ну, двоякую позицию. С одной стороны, есть элементы, которые говорят о том, что это, ну, не полуколония, это громко, мне кажется, сказано, но во всяком случае периферийная зависимая держава, безусловно, и это выражается как в технологической зависимости, что, значит, в общем-то, у нас, если посмотреть высокие технологии, станкостроение, у нас эти отрасли, в общем-то, на спаде находятся. Вот, практически некоторые почти уничтожены. Это, кстати, зависимость элиты, о чем вот тоже не было сказано, а мне кажется, важный момент, что у российской элиты средства, деньги лежат в американских там, и западных банках. То есть это тоже важный момент. Это, кстати, рычаг давления на эту самую российскую элиту со стороны западных, более крупных империалистов. Вот. Конечно, это и вывоз капитала в нашу страну, ну, в частности, заводы, известно, там, Ford, там, вместо москвича сейчас Renault, ну и так далее. Но при этом ведь нужно и другую сторону видеть, а именно наличие монополии, а именно монополистическая, вот монополия – это главная сторона империализма, а это есть у нас и «Газпром», и «Лукойл», соответственно, и различные там нефтяные компании, и ВПК. И вот, кстати, вывоз капитала, он ведь не только выражается в том, что, скажем, у нас нефтяные, вот сырьедобывающий комплекс там воздействует, как-то строит свои предприятия в других государствах. Ведь и военные, вот, насколько я знаю, в Венесуэле несколько лет назад был построен завод по производству автоматов Калашникова. Это тоже вот вывоз капитала. То есть Россия сегодня, безусловно, является сильным, зависимым государством, но и в то же время империалистическим государством. И вот эта двойственность, она, кстати, проявляется и в политике проводимой, когда у нас с одной стороны откровенный либерализм, а с другой стороны усиливается консерватизм и в идеологии, и, значит, в риторике, когда у нас с одной стороны вроде бы и завоевательная какая-то политика, а тут не нужно питать иллюзии. Понятно, что Крым, Сирия, Донбасс, там существуют, безусловно, народные движения, и мое убеждение, что Крым, безусловно,
проголосовали люди и выбрали меньшее из зол, но тем не менее нельзя в то же время обманываться, что российские капиталисты, они, в общем-то, как на свой народ поплевывают, так и на крымский народ поплевывают. И то, что Крым выбрал меньшее из зол, и то, что на Донбассе действительно сильная антифашистская составляющая, во всяком случае, в начале она была, это отнюдь не исключает, что российский капитал туда влез не с целью помогать вот этим антифашистам, а с целью их грабить. И мы видим тот же Мозговой, которого убрали, тот же Бэтмен, Дремов, и вот все более-менее прогрессивные полевые командиры их уже зачистили. А кто там сейчас? Там ставленники российской олигархии. То есть это тоже надо понимать. Вот. Поэтому, опять же, экономический блок Евразес, ну и тут много вот, можно приводить таких примеров, которые говорят, что Россия пусть меньший хищничек. Да, это не Соединенные Штаты, согласен, безусловно, по отношению к Соединенным Штатам Россия ну, является, может быть, в лучшем случае конкурентом на отдельных таких, скажем, локальных направлениях. Но, тем не менее, Россия это тоже хищничек. И вот, кстати, Украина, мне кажется, показатель как раз соотношения сил, что вот Россия, как более маленький такой хищничек, урвала Крым и частично Донбасс. Вот. Но понятно, я сейчас не говорю, я вообще избегаю слова аннексия, потому что понятно, что люди там проголосовали, люди выбрали меньшее зло и так далее. Но тем не менее, российский капитализм урвал часть себе. Да, я уже сейчас закругляюсь. А вот как раз всю страну Украину проглотила, значит, Соединенные Штаты и вот, ну, в общем, НАТО, если так угодно говорить. Вот соотношение сил очень здесь, по-моему, четко наблюдается. Ну и что левым делать в данном случае? Мне кажется, что, во-первых, левым надо понимать, что нет хорошего и плохого империализма. Вот это вот само понимание этого явления, что любой империализм, это всегда, он преследует что? Обогащение небольшой кучки людей, обогащение капиталистов прежде всего. И даже если какие-то там есть симпатии, вот, например, было сказано, что Латинская Америка там хотят усиления России, кто-то еще хоть, понятно, но российским капиталистам там нужно не помогать вот этим людям, а им нужно их опять-таки грабить, просто вместо других грабителей, это надо понимать. И, конечно, но с другой стороны, понимая это, необходимо, значит, не впадать в такую, значит, крайность, что те плохие, и мы, значит, вот против всех, никогда, ни при каких, значит, условиях нельзя поддерживать, потому что, значит, это вот раз Донбасс, там Путин где-то сказал, что это хорошо, значит, нельзя его поддерживать, значит, если там в Сирию полетели самолеты, а за этим российская власть, то тоже это, значит, однозначно плохо. Это, конечно, тоже не марксистская политика. То есть мы, как левые, как коммунисты, должны использовать межимпериалистические противоречия, использовать межимпериалистические противоречия с тем, чтобы вот прогрессивные силы выигрывали. И на отдельных этапах можно, скажем, говорить о том, что да, Россия, российский капитал сливают Донбасс, и я бы сказал, не только сливают, но они душат все народное, что было в Донбассе, и уже во многом душат. С другой стороны, надо объяснять, что есть империалистические определенные нацеленности у России. То есть речь идет о чем? Что нужно учитывать эти противоречия. Да, я закругляюсь, учитывать эти противоречия и не впадать в такие крайности. Но ни в коем случае, конечно, не выбирать, что один империализм хороший, другой империализм плохой. Ну и последнее, значит, что касается глобализации и альтернатив глобализации, то это, безусловно, социализм. Альтернативы глобализации, мне кажется, буржуазной глобализации, да? Другой альтернативы быть в конечном счете не может, только социализм. Вот. Ну а чтобы был социализм, в первую очередь левым необходимо работать со своим классом, прежде всего с рабочим классом, ну и, кстати, с мелкобуржуазными слоями населения тоже. Да, но, значит, собственно, я не против работы с рабочим классом. Центробанк подчиняется ФРС. Коллеги, значит, кто следующий хотел бы выступить? Давайте мы отсюда все идет. Объявление. Хорошо, обязательно. Ну, наверное, объявление лучше сделать сейчас, пока еще не все разрешили. Ну, давайте тогда я, да. Значит, товарищи, я уже упоминал о клубе «Политпросвет». Вот завтра на Малой Лубянке, кто там был, вы знаете, кто не был, можете подойти, я проведу, покажу.
Значит, завтра на Малой Лубянке будет занятие лекционное, значит, на тему «Марксистская концепция отчуждения и современность». Значит, ну, вот ваш покорный слуга, я, Роман Босин, прочитаю там на эту тему лекцию. Вот, да, материалы, кстати, как раз этой лекции у вас в сборнике да. «Человека отчуждения». Ты имеешь в виду, где Моссовет? Да, где Моссовет. Да. Кто у нас? Эдуард Рубин. Значит, можно стоя, можно как сидеть. Хотите. Значит, ну, в первую очередь, мне немножко, вот я уже вопрос не стал задавать, не было силовых вариантов, извините меня, зеленые человечки, Абхазия, высадка десанта в районе Гори, Осетия, ну, как уже сказано, Приднестровье, 114-я армия, это не силовой вариант. Также хотелось сказать в отношении российского империализма. Здесь, мне кажется, корни именно уходят в Российскую империю. На мой взгляд, один из принципов создания был здесь империализм, это создание в одном отдельно взятом государстве народов и даже национальностей, находящихся на разных уровнях развития. И подавление одной большой нации в царской империи более мелких народов. Извините меня, существование Польши, Финляндии, Бурятии, Закавказских республик, Среднеазиатских республик, различных образований, различных народов в составе империи. Это разве не колониальный захват? Извините меня, если мы посмотрим вот какие-нибудь даже, пусть даже художественные фильмы об экспедиции Ермака, не пересекается ли это с испанцами в том же 16 веке, которые прибыли на американский континент? По-моему, все очень похоже. Да, на смену Российской империи пришел Советский Союз. Да, я тут по-разному могу относиться. Я считаю, что был добровольный союз народов. И именно Советский Союз путем введения национального языка, путем введения у республик права на полное отделение, именно превратил империю в социалистическое и демократическое государство. Но тут уже очень времени мало и говорить, но тенденции империи прослеживались. И что касается после крушения Советского Союза, извините меня, бывшие партийные работники, я считаю, что социализм в Советском Союзе был, ну, естественно, деформированный, но люди, имеющие определенное имперское начало, они не могли смириться. Да, современной России. А это у вас 2 минуты осталось. Хорошо. Значит, я считаю, что в настоящий момент является империей, потому что есть, как сказал, и силовой захват, и второе в отношении экономической экспансии. Извините меня, а экваториальная Гвинея, где местные рабочие блокировали представителей российских Росала, чуть ли там не было, их заперли в шахтах, требовали убраться, но это уже дела африканских рабочих. То же самое идет, российские компании идут, извините меня, по всему миру, и оружейные, и прочее. Здесь все 5 признаков. Другое дело, что поскольку ситуация меняется, я бы сказал, здесь уже, скажем, тема нового исследования, некая империалистическая солидарность. Империи просто сотрудничают друг с другом. И я категорически не согласен с мыслью, мне кажется, что она устарела, что есть конкретных несколько компаний транснациональных, которые управляют единым центром. Нет, я считаю, что те же российские компании с ними охотно сливаются. Взять, допустим, пусть банальные Макдональдсы, Кока-Колы и прочее, тут уже идут франчайзинговые проекты. Уже части российских Макдональдсов, российской Кока-Колы уже управляет Россия. Здесь идет
здесь идет взаимосвязь. Поэтому на основании всех ленинских пяти пунктов есть и, мы видим, и экономическую экспансию, и прямой силовой захват. Российский империализм существует, но он, я бы здесь сказал, как и китайский империализм, они идут в тесной связке с американским империализмом. Здесь, я считаю, поскольку все идет в современность, немножко меняются системы империалистических захватов, системы эксплуатации, они поменялись. Это использование... Использование, как бы уже сказал Никита, используются периферийные империи. А что касается, вот, допустим, банальный пример. Да, Россия якобы восстала против США на Украине. Что американцам стоило, извините меня, если бы американцы вели, не знаю, 5 военных судов в акваторию Черного моря и Азовского, все, ни в Донбассе, ни в Крыму, ничего бы не было. Но ничего бы не было, было бы тихо и спокойно, украинцы провели полицейскую операцию, жертв бы не было. Но они это не сделали. А почему это не сделали? Из-за соблаговоления России? Нет. Потому что куча компаний тоже... Тоже Рено у них есть интересы, тоже, извините, может быть, я с какой-то обывательской банальностью, тоже Макдак с Кока-Колой и прочие компании, которые могли пострадать как в России, так и на Украине. И выводу, я бы сказал, это отдельная тема, новые формы империализма, когда используются различные периферийные империализмы центральным империализмом. Все. Спасибо. Дальше я записал себя, у меня совсем немного. Мне вообще нравится, как проходит этот диалог, что редко бывает, потому что он проходит весело. И потому что, в общем, основные докладчики, они... Дмитрий, вас плохо видно. Да, меня не надо видеть. Идите сюда, сядьте и скажите. Да нет, у меня совсем мало. И потому что, в общем, это редкий пример дискуссии, когда дискутирующие стороны, в общем-то, движутся в одном направлении, навстречу друг другу, и в каких-то достаточно узких рамках мыслят себе ситуацию. Вот. Значит, в частности, почему весело? Вот мне очень понравился такой тезис, что Россия не является империалистическим государством, но должна им стать. Вот. А не является она потому, что она не проводит территориальных захватов. Вот поэтому для того, чтобы... Да, и все прогрессивное человечество, к которому относится вот, теология освобождения, кстати, ну, по-моему, очень сильно завышено, не 2 миллиарда последователей теологии освобождения, во-первых, во-вторых, теология освобождения не является марксистским, и тем более марксистско-ленинским учением, конечно. Вот. Но, тем не менее, вот все прогрессивное человечество заинтересовано в том, чтобы Россия стала полноценной империалистической державой. То есть для того, чтобы этот вот дисбаланс устранить, Россия должна срочно кого-то захватить. Ну, в общем, я совершенно согласен с Эдиком, я, собственно говоря, его развиваю точку зрения, что действительно захватов было предостаточно. Другое дело, что не всегда, скажем, они были только реакционные, не всегда они были только... несли какое-то зло. Я вот, например, совершенно там не собираюсь бороться за возвращение Крыма в Украине там, и так далее. Вот, не мое это дело. Но... Я хочу сказать другое, что, конечно же, это аргумент несерьезный. Конечно же, Россия является империалистическим государством с той оговоркой, что она империалистическая, как полупериферийная империя. То есть она, с одной стороны, имеет некоторые черты зависимого и даже полуколониального развития, с другой стороны, она проявляет агрессию, она проявляет свои экономические, политические и военные интересы в достаточно большом регионе. И, кстати, я не уверен, что только странами бывшего Советского Союза ограничивается империалистическое устремление России, потому что, ну вот, Саид Гафуров нам писал об интересах российского, нам читал лекции об интересах российского бизнеса на Ближнем Востоке, об интересах российского бизнеса в Африке и так далее. То есть примеры такие есть. Действительно, это попытки довольно слабые, вот, но тем не менее, как феномен, они, безусловно, интересны. Значит, по поводу того, надо или не надо выступать против НАТО, и надо ли или не надо поддерживать борьбу России против НАТО. Знаете, если бы Россия была чисто периферийной страной, вот, тогда бы, наверное, борьба с НАТО имела бы какие-то черты прогрессивности. Сейчас нет, потому что меня вот этот вот тезис о том, что много полицейских лучше, чем один полицейский, ну, не устраивает. И самое главное, что это иллюзия левых по поводу того, что если будет много полицейских и много, значит, заинтересованных сторон, то левые как-то смогут на этом деле играть. Я думаю, что в настоящей ситуации...
когда буржуазия у нас интернациональна, а рабочие классы, вообще трудящиеся, у нас как раз разбиты кучей всяких перегородок, и не только перегородок между государствами. В какой-то ситуации, когда у нас возникнет действительно революционная ситуация в какой-то из стран, ну, протоимпериалистических стран, все эти противоречия пойдут чертовой матери, и прекрасные империалисты друг с другом договорятся для того, чтобы задушить вот эти вот ростки революционного движения. Вот, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. То, что касается выступления Игоря, в нем были проблески гениальности, безусловно, были проблески нахальности. Я многое не понял. Вот. Но весело. Да. Дима, как субмодератор субмодератору? То есть один полицейский лучше, чем много? Нет, не лучше. Но это не значит, что левые и вообще прогрессивные силы должны бороться за много полицейских. Есть, они должны бороться против полиции. Против полиции. То есть много полицейских или мало, или один полицейский, левым все равно. А если они практически, видят, практически, практически. Я уточняю просто позицию, ребят. Вот понимаете, дайте мне спросить Дмитрия Федоровича. Понимаете, левые где-нибудь в Пакистане или левые где-нибудь в Экваториальной Африке, наверное, будут правильно делать, если будут бороться за много полицейских. Левые в России нет. Понятно. Именно в силу полупериферийного характера нашего суда. Понятно. Хорошо, спасибо. Так, давайте только, чтобы нам минут через 10 закончить, хорошо, коллеги, если можно, да? Владимир Семенович, пожалуйста. Так, а кто-то еще был? Задачи левых, они входят в наш регламент, или я не вводил? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Я вот хотел поддержать уважаемого профессора и тоже также повторить, что сегодня Россия не является империалистическим государством, но должна и станет этим империалистическим государством. Почему? Да, Климин Алексей, экономист. Потому что, на мой взгляд, сегодня нельзя критиковать как бы империализм и говорить, что империализм это абсолютное зло. На мой взгляд, акценты надо сместить от империализма к либерализму. Почему? Вот потому что сегодня сумма всех активов на всех биржах в мире в 100 раз больше, вернее, сумма всех акций на всех биржах в 100 раз больше, чем активы, все активы на Земле. И что это вызывает? Это вызывает кризис кредитов, который влечет за собой политические последствия, а именно растущее недовольство широких масс населения в мире вот этой либеральной мировой системой, которая установилась после 1945 года. Напомню, что мы сегодня живем в индустриальном обществе расширенного воспроизводства капитала. И Макс Вебер в 1905 году связал появление индустриального общества с попыткой реформирования христианской веры и появлением протестантской этики с особым отношением к труду и предпринимательской деятельности. Дарами этого духа выступили хозяйственная свобода, честность, трудолюбие, расчетливость и так далее. Но, значит, и как раз протестантская этика способствовала тому, что, значит, появилось как бы накопление богатства, да, и, значит, привело к материальному благополучию в мире. Давайте, да? Коротко, да, в 1945 году протестантская этика была вытеснена. Вот, да. По поводу России. Да, значит, да, коротко. Значит, вот хочу напомнить, что в 70-х годах, когда СССР находился на пике своего могущества, 1% правящему классу принадлежало 20% мировых богатств. Сегодня 1% принадлежит 90% мировых богатств. И на мой взгляд, основным злом является как раз либерализм, а не, значит, империализм, как мы сегодня, значит, обсуждаем. Либерализм – основное зло, потому что либерализм настаивает на уничтожение человека как фактора. И сегодня надо рассматривать империализм не с точки зрения того, что какое-то государство империалистическое. Надо сегодня рассматривать глобальное общество с позиции клубов. Существует всего несколько клубов. Первый клуб, самый большой, это либеральный клуб. И в этот либеральный клуб входят как раз англосаксы. Вторым клубом являются традиционалисты, которые проиграли Первую и Вторую мировую войны. Это монархические дома там, и прочее, прочее. Об этом вы все знаете. И ниже этих двух правящих клубов, а правит сегодня либерализм, традиционалисты пытаются сделать реванш. Ниже этих клубов находятся национальные бюрократии, у которых голоса нет. Плюс политические структуры 19 века. Это левый социинтерн, правый черный интернационал. И отдельно сегодня высветился уже новая сила, это политический ислам.
Значит, Россия и Китай в рамках БРИКС предприняли последние годы попытку поднять свой статус в мире. Вот от тех национальных бюрократий, у которых голоса нет, до хотя бы государств второго уровня. До США, естественно, далеко не подняться, но хотя бы вытеснить оттуда, значит, Англию, Францию и так далее. Значит, но попытка России, вот связанные события в Крыму, в Донбассе, попытка России, значит, поднять свой статус, в 2014 году была перечеркнута фразой Чарльза, принца Чарльза, да, выступление было, при котором он сравнил Путина с Гитлером. Поэтому России не удалось, значит, после событий на Донбассе поднять свой статус в мире. И поэтому мой последний вывод, который я делаю, что сегодня надо обсуждать вопрос краха либерализма как основного зла. И в этом контексте империализм, он никакой роли не сыграет с точки зрения переформатирования мира. Только крах мировой либеральной системы позволит, значит, России прийти к тому, что она усилит, улучшит свой статус в мире и станет действительно одним из игроков, как вот сказал уважаемый профессор. Спасибо. Так, у кого-то еще была реплика? Я хотел, может, я не знаю, за 3 минуты же ничего не скажешь, на самом деле. То есть, ну, из выступающих мне ближе всего, так сказать, Никита Ахман, по крайней мере, он последовательный. То есть, вот у меня простой вопрос, а была ли, так сказать, Римская империя империалистическим государством? Причем здесь деньги? Причем здесь, так сказать, вот этот, как сказать, либерализм там и так далее? То есть империализм характеризует... И простой вопрос. А вообще государство может быть не империалистическим? По определению нет. Потому что любое государство – это монополия на насилие. И человеческое, так сказать, отрицается как таковое. Ну вот, это самое, Игорь Давыдов достаточно ярко говорил про человеческое. На уровне философском это звучит так, так сказать, экзистенциализм или эссенциализм. То есть, что первично, структуры, бытие, так сказать, как отчужденное человека, сущность, или человек, как, так сказать, конкретное существо. Дело в том, что проблема-то гораздо глубже, чем так, как она ставится. За любым политическим дискурсом следует дискурс, так сказать, концептуальный. Вот концептуальный дискурс мы оставим по ту сторону. Ну, как хотите. Я понимаю, что неинтересно. Дайте мне пару слов еще сказать, мою точку зрения. Вот так сказать, чтобы было ясно. Вот с моей точки зрения мы живем в определенном кризисном состоянии, в котором человечество вообще не находилось. Потому что люди... Скажите, Россия империалистическая держава или нет? Если вам это не интересно, В терминах Россия, безусловно, является империалистической державой, как и все другие государства. Все, поэтому все другие государства, так сказать, против любого передела мира. Все, против понятно. Любого Спасибо. Передела мира. Поэтому они так сказать, на... движение вот освободительное в рамках, так сказать, как и большевики выступали, коллега, государство трудящихся, так сказать, как альтернативная глобализация, а не в рамках существующих государств. Спасибо. Подождите, дайте мне закончить мысль, которую мне не дали сказать. Так вот я говорю, что если мы понимаем кризис современного мира, то я утверждаю, что кризис современного мира – это кризис библейской традиции. Все, точно. Мы это от вас слышали уже 10 раз, коллеги. Хватит, спасибо. Послушайте, обратите внимание на экологию. Я здесь модерирую этот клуб, хорошо? Вот как вы, так сказать, будете приходить на любой ситуации? Вот объясните в рамках вашего дискурса. Спасибо. Через ситуацию, через категорию отчуждения это видно непосредственно. Хорошо, спасибо. Значит, друзья, я понимаю, что у каждого есть свое мнение, да, обо всем сразу. Я могу проблему империализма объяснить с точки зрения восхождения к абстрактному конкретному и долго рассказывать про абстрактный конкрет. Значит, это будет правильно. Но давайте этого не будем делать. Значит, я предлагаю подводить некоторые итоги, поскольку Никита ушел. Значит, у меня есть предложение, чтобы заключение вот сделал Игорь, но я предварительно сформулирую несколько традиционных возражений, которые звучат в адрес коллег, выступающих с позиции, что Россия империалистическое государство и так далее. Значит, первое. Давайте попробуем отделить империалистическую полупериферию
от неимпериалистической полупериферии. Действительно, любое государство стремится к внешним захватам. Любое государство участвует в конкуренции. В Африке можно найти фирмы 100 государств мира. И в любой другой стране тоже. Означает ли это, что каждое из 100 государств империалистическое? То есть у вас получается очень много империалистических государств. Казахстан империалистический. В некотором смысле Украина империалистическая по отношению к Молдавии. В некотором смысле все империалистические. Пакистан империалистический, Индия точно империалистическая. Бразилия абсолютно точно империалистическая. Венесуэла точно империалистическая. Да, так один сплошной империалистический мир. Да, вот где кончается? Это первое. Второе. Традиционное возражение, которое всегда звучит. Так ведь империалистический центр должен эксплуатировать периферию. Да, вот считаете вы, что это должно быть или нет? Значит, если да, то значит вот тут опять все считают, что Россия никого не эксплуатирует. Я так не считаю, ну просто. Говорю, я так не считаю. Я считаю, что Россия да, эксплуатирует. В отчасти, да? Но вот в данном случае интересный вот этот вопрос, и как вы на это смотрите? Вот второй вопрос. Отчасти, а по полной эксплуатации. Ну, коллеги, я ж не спорю. Значит, и последнее. Согласны ли вы вывести из дискурса рассмотрение внутри российских территорий? Потому что в то, что Москва эксплуатирует Московскую область, я с вами абсолютно согласен. Поэтому Москва есть империалистическая держава. Правильно? Значит, вот видим это немножко чересчур. Да, согласен. Вот, поэтому надо где-то провести границу. Да? Если мы эксплуатируем Иркутскую область, это то же самое, что Московскую область. А еще лучше Вологодскую область. Тут вообще 100% эксплуатация. Да? Жесточайшая. Поэтому, пожалуйста, вот у вас 5 минут, именно 5 минут. Потом у Андреса. Нет, 3 минуты у вас, 3 у Андреса, 3 у меня. После чего мы заканчиваем и расходимся. Хорошо, значит, тогда с простого вопроса внутрироссийской. Значит. История заключается в том, что Российская Федерация является как бы, ну, как в свое время во многом Российская империя там. Нет, давайте вот без истории. Ну хорошо, является моделью как бы своего центро-периферийного взаимодействия. Москва является центром перекачки ресурсов офшоры. Игорь, Москва есть империалистическая держава? Нет. Нет. Безусловно, это не держава. Москва является инструментом перекачки и эксплуатации окраин, периферии настоящей. Потому что в России... Считаете, что это то же самое, что империализм? Во многом, да. Понятно. Во многом, все, да. Все, спасибо. Вот. Второй вопрос. Вопрос об эксплуатации. Значит, об эксплуатации... Россия, как империалистическая держава, эксплуатирует периферию. Так. А, да. Значит, безусловно, еще раз. Концепция либеральной империи и предполагает... То, что через государственные институты, офшорные наши инвесторы эксплуатируют Армению, и это есть доказательства, это несколько статей, это показано на примере Армении 100%, это просто эталонный пример эксплуатации империалистической. То же самое в более меньшей степени с главной Молдавией. Гвинея, там товарищ Дерипаска развлекался, и он завозил сюда из Гвинеи много чего, это тоже доказано. И то же самое наши там, Китай, Латинской Америки, мы там в меньшей степени, но вопрос о нефти, и опять же, как мы там своих граждан бросали в Туркмении, простите. Ладно, это все же. Ну, то есть вот здесь вот действительно, мы не такие сильные, чтобы Каримову и Туркменбаши говорить, что им делать, но мы не такие слабые, чтобы в Армении не порешать вопрос, условно говоря. Вот. Теперь главное, значит, вопрос о полупериферии. Значит, есть так называемый зависимый империализм. И несколько государств. В 20 веке такие были государства. Это отдельные явления. Региональные державы, которые стараются эксплуатировать все, что не попадет им под руку. Он говорит, что они могут. Не все этим занимаются, безусловно. Безусловно, Бразилия, поздняя Бразилия, не 60-х, а вот именно современного 21 века не эксплуатировала. Да? Они скорее там, вот я говорю, Петробразом занимались. А вот Россия. Чем занимались? Ну, Петробраз это их нефть. Да. Коррупция это называется. В общем, нефтянка. И развивали внутреннюю промышленность. А Россия сегодня действительно является эталонным. Вот. И Турция. Я напомню, и Турция, которая там сейчас действительно то же самое делает. Две минуты закончились. Вот. И Индонезия в свое время тоже была эталонным. Спасибо. Андрей, 3 минуты я ни в чем себе не отказываю.
Во-первых, большое спасибо за очень интересную дискуссию. Действительно интересная. Я очень много подчеркнул, очень много интересных вещей я узнал. И, в общем, есть пища для размышлений, творчества и так далее. Второе. Ну, конечно, мне со многим хочется согласиться, в частности, с профессором Александром Владимировичем, в частности, с первой частью его выступления. С очень многим мне хочется и поспорить, и очень много хочется возразить и, так сказать, не согласиться. Что мне делать? Делать мне нечего, времени у меня нет, мне надо встать, поблагодарить и уйти. Но, тем не менее, я этого не сделал. Сделаю я вот что. Я единственное, что, наверное, сделаю, это скажу, что такое внутрифирменный обмен. Вообще, можно ли говорить о современной форме развития мировой экономики, не имея в виду устройство транснациональных корпораций, в том смысле, что 70% мировой торговли, да вообще мирового товарообмена, да вообще, так сказать, движение капиталов и так далее, он проходит внутри одной организации, как вы не поймете. Он происходит внутри одной и той же фирмы, по сути дела. О каком империализме или о каком разделе мира, или о каком влезании, так сказать, вмешательстве и прочее, когда одна дочерняя компания сотрудничает и взаимодействует с другой дочерней компанией внутри одной и той же структуры и так далее и тому подобное. Ну, одним словом, я не хочу заниматься, неуважительно относиться к аудитории, заниматься ликбезом, и б, империализм в том плане, как это вот здесь указывалось, о том, что там какие-то захваты, имея в виду экономическое, так сказать, участие той или иной ТНК на другой территории, это просто, прошу прощения, так сказать, в огороде Бузина в Киеве дед. Поэтому, ну что об этом говорить? Наверное, на этом я и закончу. Поблагодарю, наверное, еще раз очень уважаемого мною профессора Бузгалина за предоставленную возможность и удовольствие присутствовать и с ним, и на этой дискуссии. Я готов, пожалуйста, на любые вопросы ответить в частном порядке. Хорошо, коллеги, значит, давайте так, если коллеге понравится, он к нам будет еще приходить, и вы его спросите. Просто сейчас мы договорились, что мы уходим. Позвольте мне сказать несколько слов. Мы очень здесь разные. И всегда постоянно ведем очень разные дискуссии. И это хорошо. Мне, как профессору, наверное, да, или как ученому, все равно с какой степенью, кажется важным все-таки различать империализм как некоторое явление, борьбу капиталистических государств за свои сферы влияния, как другое явление. И многочисленные процессы, происходящие в условиях современного капитализма, не имеющие отношения ни к тому, ни к другому, как третье явление. В частности, действительно, движение капиталов, вывоз капиталов иногда в офшорные зоны там, и так далее и тому подобное. Да. Поэтому, уважаемые коллеги, я просил бы вот все-таки быть немножко педантичным. И говорить скорее об империализме, как особой, в марксистском языке, стадии, которая связана с особым типом позднего капитализма, особым его поведением. В этом отношении я свою позицию сформулировал, еще раз ее уточню. В этом понимании Россия является объектом империалистической экспансии. И это постоянно надо подчеркивать. Потому что очень многие из тех, кто критикует совершенно справедливо нашу внутреннюю систему, об этом забывают, отдавая это на откуп националистам, к этим псевдопатриотам, что абсолютно нельзя делать. Второе. В некоторых отношениях российский капитал пытается выступать как империалистические совместно с своим государством. Особенно это касается экспорта вооружения и некоторых других шагов. Вот действительно, пример может быть с Арменией, хотя он очень сложный, тут армянская диаспора еще в России работает. Знаете, тут кто кого как эксплуатирует, это сложный вопрос. На самом деле, к сожалению, да, поэтому тут все непросто. И мировая армянская диаспора тоже. Это будет совсем.
Да, которая больше, чем сама Армения. Поэтому тут все действительно достаточно сложно. Без эксплуатации ни одного государства. Значит, поэтому важно понимать, вот, где империалистическое государство, где просто государство. Да? То, что государство подавляет своих граждан, то, что практически в любом капиталистическом государстве есть свой центр и своя периферия, это все правильно, но это имеет косвенное отношение к... Игорь, я заканчиваю. Да, то, что внутри России могут быть колонии, как входящее государство, это особый вопрос, интересный. Значит, об этом можно говорить, но это немножко другой дискурс. Вот это несколько моментов, которые я считал важным. И последнее, что мне хотелось бы сказать, поскольку тут достаточно жесткие были высказывания в мой адрес, это все на камере, я хочу ответить на эти высказывания. Значит, первое. Давайте будем, коллеги, корректными. Вот в интернете появилось выражение. Вот Бузгалин марксист, а ходит в кашемировом пальто. Значит, вот кому-нибудь смотреть, что пальто из секонд-хенда, да, и успокоиться на это. Вот то же самое касается высказываний по поводу участия в МЭФе и так далее. Вы заметили, на МЭФе и перед этим, в, по крайней мере, 8 передачах на Центральном радио, профессор Бузгалин постоянно говорит, власть в России, вся власть в России действует против народа, ведет политику, которая ведет к развалу страны и так далее. Значит, это говорят не все, Игорь. Итак, это говорит очень редко кто, да, если говорят все, вся власть, все ветви власти и так далее. Какие-то вещи я говорить не могу, потому что иначе я не могу вообще ничего говорить на радио. Да, поэтому выбор один, сидеть у себя тихо, так сказать, в маленьком клубу и произнести эти вещи или говорить эзоповым языком. Это тоже надо понимать. При брежневском режиме мы жили? При брежневском режиме мы жили. И вы жили. Не бубни, Игорь, дай сказать. Да? И при брежневском режиме я говорил эзоповым языком. И здесь я говорю эзоповым языком. Потому что я считаю, что говорить надо, если другим языком нельзя. Полной демократии в нашей стране нет, вы это знаете. И здесь мы с вами, я думаю, согласны. Поэтому говорят, либо говорить этим эзоповым языком, либо молчать себе в тряпочку и говорить на кухне. На кухне я вам скажу то, что вы говорите мне. И на этом все закончится. В этом смысле мы абсолютно рады. Когда вы выйдете на радио, скажете все, что вы хотите. Я вас приглашу. Значит, это очень важные нюансы, которые мне хотелось подчеркнуть. Что касается Московского экономического форума, это тоже важный момент, я просто хотел об этом сказать. Форум был разный на разных этапах его развития. Да, так сказать. Последний раз он стал двигаться гораздо более вправо, в националистическую сторону, в сторону бизнеса. Это отметили практически все. Тем не менее, на этом форуме удалось очень многим сказать очень много. Мне доводилось выступать и на съездах партии. И тоже, как большинство было отнюдь не марксистами, демократами, интернационалистами. Мне доводилось выступать, и Олегу Свольду доходится выступать в парламенте Российской Федерации, где подавляющее большинство являются сторонниками нынешней власти, причем оголтелыми и тупыми. Да? Мне приходилось модерировать круглый стол, за которым сидел рядом Жириновский, который объявил, что если его не пустят, он придет с охраной и разгонит вообще всех. Да? Понимаете, коллеги, вот когда вы ни в чем не участвуете, очень легко быть принципиальным. Когда вы начинаете реально работать и пытаться что-то сделать, приходится идти на определенные компромиссы. Если я перехожу меру этих компромиссов, давайте я буду это слушать. Я не уверен, что буду участвовать в следующем форуме, на самом деле, потому что он сильно изменится. До этого это был баланс трех сил. Западники социал-демократы, Гринберг, русский капитал, который хотел прогрессивный подоходный налог, который хотел активную промышленную политику, который поддерживал профсоюзы. Это было неплохо, да? Хотя он был национально ориентирован и в этом смысле националистичен. И было марксистское крыло, которое представляла большая группа людей, в том числе и я. Да? Сейчас левое крыло осталось, но занимает меньшие позиции, гораздо меньшие. Крыло Гринберга занимает еще меньшие позиции, примерно половину, если не 60%, занимает крыло Бабкина. Надо ли в этих условиях дальше участвовать? Подумаем. Либо отобьем позиции, я лично не привык сдаваться, либо придется сказать, да, эту битву мы проиграли, но мы 4 года с огромной трибуны для огромного количества людей, просмотров сотни тысяч, говорили свои правильные вещи. Я считаю, что это была победа. Значит, вы можете считать по-другому. Последнее. Просьба ко всем, значит, кто хочет высказаться по поводу текста Бузгалина и всех остальных текстов о России как империалистической державе, журнал «Альтернатива» открыт, но у нас серьезный отбор, и тексты принимаются с аргументами, с цитатами, со сносками и с логикой.
шел дождь, и два студента, один в галошах, другой в университет, у нас не идет. И постмодернистское «Е» про то, про пятое, еще про десятое, а еще Бузгалина пальто кашемировое, да? Это тоже не про то. Понятно, да? Кстати, советую пользоваться московскими секонд-хендами. Ведь очень дешево, очень хорошие вещи продают. Ведь особенно на периферии. Еще лучше пользоваться периферийными. Там вообще пиджаки вываливают, их никто не носит, носит только кроссовки. Опять и спортивные штаны. Кстати, пиджак стоит 3 гривны в Севастополе, когда он был украинским, стоит 30 рублей сейчас, когда он стал российским. Это в качестве шутки, чтобы все улыбнулись. Да? Спасибо огромное, по-моему, отлично поработали. Огромное спасибо Дмитрию Федорову, который всегда всех собрал.